Здравствуйте. Там одежда. Здесь маска, бахил и накидка. Только есть одно «но». Глеб не знает, что я его мать. Твои подробности меня не интересуют. Я пойду одна. 24-я палата. Простите, пожалуйста, а где 24-я палата? Туда, пожалуйста. Спасибо. Ищите кого-то? Доброе утро. Внука. На 24-й это моя. Я ошиблась. Он в 28-й. 28-я, та там, в другом крыле. Я тут уже за 2 дня все разузнал. Ну ладно, я пойду. А с чем ты? А? С чем ты тут? Острый лейкоз. А ваш? Тоже. Вы не переживайте, все будет хорошо. Нет, как говорит моя жена, все уже хорошо. Правильно в настоящем времени говорить. Пространство не понимает будущего времени. До свидания. Мирабель, я на пробежку. Готовьте завтрак. Катя! 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 Катя!
Ты, гадюка, выползла не просто так. Чем сейчас хочешь ужалить? Придумай что-нибудь другое. А то все 30 лет гадюка, змея подколодная. А кто ж ты еще? Афинди Азиз умер 3 дня назад. И умирал он в страшных муках. И все из-за тебя. Улыбаешься. Кушай, моя хорошая, кушай, моя девочка, да. Кушай, моя маленькая, да. Кушай, кушай. Доброе утро, Мирабель. Доброе утро, сеньор Фега. Мой завтрак в кабинет через 10 минут. Катя тебя видела? Что ты ей сказала? Ничего. Она меня увидела и убежала. Какого черта? Просыпайся. Мне надо с тобой поговорить. Ну, что это за кипш с утра? А? Мамуль. Присядь, пожалуйста. Ну, ты-то забудь. Через 3 дня мой человек даст ответ, какая мазня в топе, и я свалю. Присядь, пожалуйста.
Я сейчас принесу тебе сок. Я забыла, что сама пережила. В общем, я увезла сына в Швейцарию. А его беременная подружка решила рожать. Все равно. Но тут погиб ее отец, и девочка осталась сиротой. А срок был большой, 6 месяцев, но и она решилась на искусственные роды. У Аглаи, так девочку звали, родились 2 двойняшки. Мальчик и девочка. Не знаю как, но мальчик выжил чудом. Сейчас ему 27. У Глеба, но у этого выжившего мальчика, обнаружили лейкоз редкой формы. Срочно нужен донор. Но ты же можешь подойти, вы с Юрой близнецы. Ты с катушек съехала? Какой мозг? Свой возьми и сдай. Мы с Викентием не подходим, а Глая тоже. Юрочку на растерзание я не дам, он малыш. Да и его мать, эта одноклеточная, устроит бойню. Услышь меня, речь идет о жизни нашего родного человека. Ну ты-то забудь, мамуль. Сколько хочешь. А хочешь, забирай все картины. Я сплю. С ней нужно еще наглее. Батюшки, не мы и заговорили, Господи, воистину утро чудес. А я смотрел на вас и думал, неужели такая теплота бывает? А у меня нет другого выхода. А. И в Швейцарию уезжать не хочется, да и незачем. А потом, они же не вечные. Все достанется Юрочке, значит, и мне. Но этого еще 100 лет можно ждать. Ближе к телу, крыса. Я слышала ваш разговор. Сдает этот костный мозг. Но потребую квартиру. Ого. И что, не боимся, что я сейчас пойду к маман и заложу все твои мысли? Не пойдешь. Нам с тобой в одной лодочке грести нужно. Ты думаешь, зачем она тебе картинки подсовывает? Дешевые откупные. Ну, не такие уж и дешевые. В чем твой интерес? Тебе выгоднее всех, чтобы я поскорее убрался и не зарился на квартиру. Я как Юрочке напеку, не дам согласия ни на какие манипуляции. А так, твои 50%. А ты, оказывается, непростая крыса. А ты видел простых крыс? Зачет. Слышь, а ты его любила? Очень. А он всю свою недолгую жизнь любил другую крысу. Всем крысам крысу. Я такой счастливой была, только когда родила тебя. Мамочка. Все эти годы я думала, что тебя казнили. Но на поминках, когда я хотела выгнать Зейну из нашего дома, она проговорилась, что ты жива. А еще она сказала, что ты родила меня не от папы, а от раба египтянина. Это правда? Это правда. Как ты могла? Про Али эта змея тебе рассказала.
но ничего не рассказала о том, что с дядей Висамом им приехали к Азизу мужем и женой, что этот мерзкий старик захотел жену своего единственного сына, что его люди месяц держали Висама в хлеву с животными. Когда поймали нас после побега, я согласилась стать женой этой похотливой мрази. Только после того, как он заявил, что убьет Висама, если я не пойду за него. И начались годы ада. Висам женился, и каждая беременность его жены была для меня как насечка на сердце. А мой муж все не отставал от меня. Хотел еще одного наследника. Тщедушный садист с пустым семенем мучил меня и днем, и ночью. В какой-то момент я поняла, что единственное мое спасение – это петля. Ну, как-то страшно стало самой что-то с собой учинить. И я придумала выход. Ребенок. Вот и бросилась с просьбой к Висамчику. А он упал мне в ноги, клялся в любви. Сказал, что жену рай называет, ночами не спит. Но на такое не пошел. А у Азиза новый водитель появился. Али. Он иногда возил меня по делам. По делам. Пять лет. Меня мучил мой муж Горбун. Издевался надо мной. Бил, насиловал, на цепи держал. Говорил, что так забавляется. Однажды он избил меня так, что я потеряла ребенка. Но я этому только рада. Да простит меня Аллах. Девочка моя, прости меня. Мамочка, за что? Что виновата в твоих муках? Это Азиз мстил мне через тебя. Нашел мужа урода для моей доброй, красивой девочки. Изверг. Мамочка. Прости. Мамочка, я вытащу тебя отсюда. Только скажи мне, ты убила дядю Висама из-за того, что он отказался? Время молитвы. Это была случайность. Иди, иди, мое солнышко. Затмение.
Почему ты убежала из дома? Я тебя боюсь. Папа, ты синяя борода? Почему ты так решила? Потому что... Зачем ты держишь ее в подвале? Ты ее тоже хочешь убить, да? Только не ври. Я видела у тебя в компьютере фотографию людей. Там было написано: исполнено, умер или умерла. И всякие числа стоят. Теперь я знаю, почему мы переезжаем. Потому что ты боишься, что тебя поймают. Что ты молчишь? Помнишь, ты говорила, что я волшебник? Да. Ну так вот, я исполняю последние желания. Это как? В мире есть очень много больных людей, которых нельзя вылечить. Почему? Потому что не придумали лекарства. Не могут придумать цветик-семицветик? Да, поэтому больные люди умирают. Старик-моряк хотел увидеть море в последний раз. Я прокатил его на своей яхте. 20-летняя девушка мечтала попасть на оперу Нотр-Дам-де-Пари. Ее привезли специальным самолетом, и она была хозяйкой целого зала, единственным зрителем. А у 10-летнего мальчика было два желания. Побывать в Диснейленде и полететь в Лапландию, чтобы познакомиться с Сантой. И ты их выполнил? Да. Я попросил Санту, чтобы он прилетел в Диснейленд. Мне повезло с тобой, папочка. Нет, моя добрая девочка. Это мне с тобой повезло. До тебя я не был волшебником. А кем? А кем ты был, папа? Кем? Кем? Карабасом-барабасом. А у той тети, которая в подвале, какое последнее желание? Увидеть тебя. Меня? Зачем? Иди сюда. Она же умерла. Папочка. Нет. Скажи ей, кто я.
Скажи, кто я? Папа сказал, кто ты. Моя мама. Но это пока что ничего не значит. Папа, отпусти меня. Что мы наделали? Пойдем в дом. Кому как? Доброе утро, Мирабель. Вы опять не в духе? Что-то опять натворила наша маленькая фантазерка? Тут все молодцы. Сначала Катта выбежала из дома, как ошпаренная. Потом сеньор Фуэго. Туда сеньорита же. Филомена, вы самая лучшая на земле. Как я вас люблю. Катта. Вы такая красивая. Я так хочу быть на вас похожей. Вы для меня как мама. Идемте скорее ко мне. Идемте. Доброе утро, сеньор Фуэго. Доброе утро. Пойдемте, моя любимая сеньорита Филомена. Храпуша, где ты? Мы с Филоменой к тебе идем, Храпуша. Мирабель. Мирабель, я даю вам неделю выходных. Оплачиваемых. Мирабель, покажите гостю ее комнату. Моя мама не умерла. Правда, правда. Та тетя внизу, это она. Да. Представляете? А где она была все это время? Я не помешал вашей беседе? Как я понимаю, сеньор Фуэго... В моих услугах вы больше не нуждаетесь. Я в них никогда и не нуждался. Что касается занятий с Катой, считайте, что объявлены каникулы с сегодняшнего дня. Деньги я перечислю на карточку. Ката, попрощайся с Филоменой. Ката. Пока. Кат, я буду очень скучать. Она тоже будет очень скучать. Поторопитесь на паром. Пока, моя любимая. Сеньорита Филомена, я вас провожу. Катюша. Так
Карабас-Барабас, а не волшебник. Это синьорита Филомена. Всего хорошего. Мне кажется, что все это ненормально. Теперь я его понимаю. Ты очень красивая. Ката – прекрасная девочка. Не вздумай сделать ее несчастной. Дорогие мои, вы находитесь в состоянии аффекта. А что, если этот урка заберет документы и убежит? Вы не знаете этот контингент, а я с ним собаку съел. Вполне достаточно того, что он получил половину Лидочкиной коллекции. И вообще у вашего внука мать звезда. Пусть свою недвижимость отпишет. Генрих Львович, исключено. Давайте уже побыстрее закончим. Жанночка, дайте мне 3 минуты, и я поговорю с этим сыном. Ну что, Фантомас, мне сказали, что ты меня звал. А ну рот закрой! Гаденыш! Из гаденышей! Кто ты? Ничтожество и урка ты! В тебе нет ничего человеческого. На кону жизнь ребенка, Лидочкиного внука. Ты думаешь, если ты заберешь квартиру, ты будешь счастлив? Бога не боишься, урка? Слышь ты, что за жаргон? Фантомас, ты что, на киче? Я, конечно, тебе голову оторвал, но не буду. Я тебе культурно отвечу.
Чтобы сказать счастью «да», мы должны научиться говорить «нет» людям и вещам, которые причиняют нам боль. Жизнь-то дана не для того, чтобы ждать, когда пройдет ливень, а для того, чтобы научиться танцевать под дождем. Чё за кляк? Давай. Давай Фантомас показывай, где нужно черкануть. Ох, милости, мой твой со мной. Не знаю, жизнь, может быть, твой. Да простит меня Аллах, что я мешаю тебе совершать священный намаз. Но я буду взывать к его милости и твоей. Ты знаешь, что 16 лет я забыла слово «счастье». С тех пор, как жила у мужа Горбуна. Ты, как и отец, знаешь, что он надо мной издевался, обращался как с последней шармутой, что он звал своих друзей и смотрел, как они меня насилуют. Хватит ныть. Дочь раба и шармута не заслуживают другого отношения. Аллах милостив, в доброе сердце Фенти жалилось, и он оставил тебе дом. Чего ты хочешь? Я хочу просить тебя дать показания. Показания? Что не мама убила дядю Виссама. А кто? Отец. Зейна, тебе всегда нравился свадебный перстень мамы? Вот, держи. Ты можешь делать со мной все, что угодно. Ты можешь избить меня до крови, ты можешь делать со мной все, что хочешь, но я прошу тебя, верни мне маму. Слышишь? Иначе я покончу с собой, и ты останешься без крова. Без крова. Вот сама ты ответила на свой вопрос. Дом. Этот дом. А теперь иди отсюда. Мне надоело дышать смрадом. Пошла вон. Вон! Спасибо тебе, Аллах. Виктор Викторович, она хочет только к вам. Какой анамнез? Да, мы сами были. Ремиссия уже была. Скажи, красавица, а где здесь туалет? Сразу налево. Ой, спасибо. Мы опаздываем к доктору, потерпишь. Мочилка не тетка, мамуля. Или ты боишься, что я с дарственной сбегу? Я вор, а не мерзавец, в отличие от тебя. 13-й кабинет, я тебя жду. Да, пришли результаты Сергеевой. Там положительная динамика, но нужно сделать еще кардиограмму. Добрый день. На когда ее назначать? Передумал. Он сейчас придет. Доктор у себя? Да, я в двух словах объяснила ему ситуацию. Правда, его смутило, что ваш сын сидел в тюрьме. А кого мне смутило? Хорошо. Придет, придержи его. Скажи, что я за ним выйду. Вы куда? Его зовут Герман. Ты его узнаешь. Добрый день. Добрый день. Жанна Петровна. Лев Александрович, присаживайтесь.
Ну, и кем же вы являетесь в этой саге о Форсайтах? Бабушкой. Ясно. Аглая Ильинична мне вкратце рассказала историю вашего сына и его потенциальную возможность стать донором, но меня смущает то, что... Лев Александрович, давайте оставим смущающие обстоятельства на потом. У меня к вам очень необычная просьба. Не могли бы вы после типирования оставить его здесь на пару дней? Но зачем? Это же обычная процедура. Дело не в процедуре. Просто я боюсь, что он исчезнет после того, как мой муж оставил ему дарственную на квартиру. Вернее, мой бывший муж, пожалуйста, придумайте что-нибудь, почему вы его оставите. Подождите, вас пригласят. Это ты мне? А я тебя знаю. Ты из телека. Только там ты без рам была. Без рам? Без рам. И Б. Сидели на трубе. Если вы Герман, вас зовет Лев Александрович. Мать моего племеша. Я все понимаю, девочка. Но ты же знаешь характер Зейны. Зейна, ядовитая змея. У меня нет другого выбора. Где подписать? Я хотел бы прийти к мировому соглашению. Вы становитесь полноправной владелицей дома, но дом для прислуги остается за Римас. Дом для прислуги, мило. Хоть и называют меня змеей в этом доме, я согласна. А почему вы ничего не говорите об оливковых рощах? Этот вопрос будет решен после того, когда ты выполнишь свою часть договора. Ты. Римас, подойди ко мне. Римас, подойди. Целуй.
чтобы этот никчемный человек знал, кто хозяйка этого дома. Ну. Привет. Я Стася. Здорово. Глеб. Да знаю я, ты ж звезда. Все гудят, Стержаков с нами. Везунчик ты. Страна тебя знает, девчонки в обморок падают. И родственник все надеются, с костным мозгом подойдет. И в очереди стоять не надо. Говорю же, везунчик. Ты что, какой родственник? У меня мама только. Здрасте, а в 32-й? Что в 32-й? Ну ты артист. Дядя твой. Стась, ты меня, наверное, с кем-то путаешь. Да ни с кем я тебя не путаю. Секретарша Дока моя подруга. Она мне рассказала. Сначала приходила твоя мама, потом твоя бабушка, потом твой дядя шибанутый. И они долго шушукались, а у нее абсолютный слух, как и у всех секретарш. Да, конечно. Прости меня. Пора. Как вы могли ее бросить? Ты вообще? Кто вы такой, чтобы я перед вами отчитывался? Ты понимаешь, что сломал ее жизнь? Урод! А что ты на меня вылупился, как на привидение? А, простите. Простил? Свободен? Давай, иди, иди, парень. Да, конечно. Простите, а можно один вопрос? У вас случайно не было брата-близнеца? Слышь, клоун, чё ты ко мне прицепился? А если я скажу, что есть? Это что-то меняет? Меняет. Вы знакомы с Аглаей Калининой? Это телеведущая. А ты что, тоже эту тему прочухал? Пронюхал. Угу. Послушай, а ты случайно не тот самый Штым, жертва аборта? Тебя как зовут? Глеб? Глеб. Глеб. Глеб, говоришь. Ну, будем знакомы. Племяш. В смысле, племяш? В том смысле, что мой брат твой отец. Понял? Простите, вы, по-моему, что-то путаете. Слышь, да это ты в путанке живешь. Мой брат бросил твою мать. Она хотела от тебя избавиться, ты выжил. Че думаешь, я тут ошиваюсь? Давай, парень, ждем результатов. Может, я твой главный спаситель. Парень, ну-ка, парень, ты что, реально, что ли, ничего не знал? А ну-ка, сядь, вот так, все хорошо.
так? Что сделать надо? Вы же ошибаетесь. Моя мама гинеколог. Ее зовут Нелла Дмитриевна. Господи, да мне все равно, как ее зовут. Главное, тебя спасла. Что ж ты свалилась на мою голову? Теперь возьми с тобой. Так, ты держись, понял? Держись. Сестра! Парень, тихо, Раинушка. Ты давай, не отрубайся, ты держись. Слышишь? Сестра! Да куда вы провалились тут все? Ну! Эй! Кто-нибудь! Человеку плохо!